Ну, что скажешь, Джо? А что тут еще сказать? Второй шанс. Идея неплохая, но... Я совершал страшные ошибки, лишился семьи, я делал людям больно. Я ведь не могу изменить прошлое, но могу показать другим, что я изменился. Может, желаете причаститься? Да, обойдусь. Фильм компании Netflix. Где планируешь искать работу? Нам бы не хотелось, чтобы все повторилось заново. Обосраться, Джо Дентон, Скотти. Сколько лет? С чистого листа, о да. Я готов начать достойную жизнь. Ты уж прости за откровенность, но ты у нас под колпаком. Разберись с Мэнни. Старик решил перед смертью признаться во всех грехах. Я свое отсидел, я просто хочу забыть о прошлом. И оставь ты тогда Фила в живых, сидели бы сейчас спокойно. Ты эту кашу заварил? Расхлебывай или будем решать по-плохому. Опять все то же самое. Прокурор будет добиваться смертной казни. Хоть кто-нибудь тогда сомневался в том, что это был несчастный случай. День добрый! Тебе здесь не рады. Не успел вернуться, как всю ночь где-то пропадал. Неужели так сложно поверить, что я изменился? А ты изменился? На помощь, кто-нибудь! Помогите! Прошлое не может диктовать наше будущее. Второй шанс. Почему бы и нет? Мелкие преступления.